гонишь, да, вот скажу? Не знаю, что там дробь. Яш, а ты где туда? Быстро. Надо было снять рюкзачок, а потом заходить. Да не мы ловки в пути не ищем. Печенька, сгущенка, куда? Я с этим рюкзаком и встать не могу. Давай. Так, а как сюда? Сюда, смотри, сюда проходи. Ух, как тут все это? Ты не ломайте его. Вот. Видел, что, блядь, делать? Сейчас вода упадет, и куда куда? Сюда? Не, эту подними. А ну туда пересаживайся, скажи. Да. Сними мешок свой, пожалуйста. Сними, положи его, но его никто не украдет. Нет, так он просто не тяжелый. Мы зацепились за мешки эти. Нет, просто не тяжелый, поэтому. В общем, нашли мы место. Я у Влада взял удилище, он уже его оснастил, чтобы проверить, будут ли здесь зацепы, потому как здесь, вот как видите, растет какой-то куст. Ну, как мы видим, зацепа никакого нет, поэтому мы здесь и станем. Вот здесь будут стоять наши вещи, там клееночку постелим. Вот Паша несет вещи. Все потихоньку раскладываются.
кормушка достается отлично. Здесь мы будем и ловить. А с крючком зацеп будет? Не будет. Надеюсь. Всем привет! Сегодня мы находимся на сходке Киевского фидерного клуба. Расположились мы в районе села Осещино. Ловить будем на Днепре. Здесь недалеко протекает устье Десны. И поскольку говорят, что тут есть карась, мы будем делать один замес карасиный. Для этого я буду использовать приконку от фирмы Brain Река. Сейчас высыплю ее. И приконку от фирмы Флагман карась макуха. Так, а основной замес у нас будет следующий. Значит, одна у нас прикормка, это прикормка от фирмы G-Stream с ароматом ванили, лещ, плотва. Потом прикормка от фирмы Brain Premium Feeder. Также у нас будет килограмм прикормки лещевой от Флагмана. И потом, когда мы уже все это увлажним и просеем через сито, в эту прикормку добавим вот такой вот стик пастанчины. Поэтому сейчас мы все это замешиваем. Паш, тебе воду дать? На, подай, пожалуйста. На тебе воду. Сейчас мы замешаемся и пройдемся по нашим... Коллегам, да. И у них возьмем небольшое интервью. Тоже спросим, кто на что ловит. Потому что результат сегодняшней рыбалки мы ловим на Big Fish. Да, другими словами, кто поймает самую крупную рыбу, тот получает весь наш куш или кэш, как он называется. Общий... Общак. Общак, да, общак. Что там, карась макуха имеет какой-то аромат? Пахнет макухой и в основном дает ароматки вот эта приконка Brain River. Она будет мелко дисместная, такая тяжелая приконка. То есть если карась подходит на эти места, как говорили, я думаю, что мы получим хороший результат. Ну я надеюсь. Так, смотри, чтобы не улетели эти. Положи их под, или под тазик свой. Все, я свое первое увлажнение сделал. Первое готово? Да, первое готово. Я думаю, что карасиную приконку я буду увлажнять вообще в 3 этапа. Чтобы она полностью открыла свою ароматику. Хорошо. А просеивать будешь свою прикормку? Да, просею немного, чтобы разбить, добавить кислорода. То есть, как бы, в любом случае, как бы, перебить ее надо будет. Ну, это правильно. Здесь, кстати, на удивление чисто, нет ни единой бумажки. Все, первое увлажнение готово. Потом уже посмотрим по состоянию прикормки. Возможно, увлажним еще один раз, а может и два. Так, этот стик мы потом добавим, я уже говорил, после просеивания. Все, моем руки и ждем. Сейчас мы подошли к первому участнику нашего клуба, и он расскажет, на какую приконку он будет сегодня пытаться свой Big Fish словить. Влад. Привет всем. Я сегодня рассчитываю ночью на леща, поэтому замешал на основе гороха флагмановскую, килограмм флагмановской прикормки
лечь холодная вода, так как вода еще холодная. Но днем буду ловить на пшено и карась флагмановский. Карась, чеснок. Потому что здесь, по слухам, обитает карась. Все, спасибо, Влад, за комментарий по поводу приконки. Сейчас мы пройдем по остальным участникам нашего клуба. Сейчас второй участник нашего коллектива расскажет, на какую прикормку сегодня он будет пытаться свой словить бигфиш. Прикормка флагман Gold River. Светлая и темная. Немножко пастанчины добавил. И еще добавка для большой рыбы, тоже бигфиш. И плюс еще у нас есть вареное пшено с обильным добавлением сухарей. Оно хорошо пылит в воде и приманивает рыбу. Я думаю, что в конце рыбалки мы посмотрим, у кого лучше сработала приконка. Будем надеяться на успех. Пошли дальше. Влад, расскажи теперь ты, на какую приконку будешь ловить сегодня? Да, всем привет. Я себе взял килограмм прелфиша, это лещ, корица, ваниль, килограмм карпа, мидия. Вот, взял пшена, ну, панировка и мелассу анисовую. И все, там... И какой, все, да, там какой-то... я добавлю гороха. А, горох будешь добавлять? Да, да. Ну, это будет пробками у меня идти. Все понятно. Посмотрим, удачи. Спасибо. Так, на какую приконку сегодня будешь ловить? Сегодня приконка у меня тут. Состав Brain Premium лещ и траппер лещевые, турбо, одна тут фидер и турбо брим. Это у тебя в замесе три пачки делал. Такой микс. Немного добавил конопли, там украинские, там молотая конопля, немного добавил чеснока, ну и анисовая, кориандровая Brain меласа. Ну такой специи, карамель больше идет. Такой серьезный замес получается. Пару дней пшена еще. А насчет гороха будешь добавлять? Да, у меня есть молотый горох перебитый. Пробками буду добавлять отдельно. Понятно. Хорошо, удачи. Посмотрим завтра, у кого какой результат. Спасибо. Так, мы подошли еще к одному участнику нашего сбора, можно так сказать. И вот в данный момент я видел, что он добавляет в кон пастачину. И хотел бы спросить, какой состав самой приконки? Прикормка Brain River и Brain Лещ. Я добавил еще флагмановскую добавку шоколад, примерно пол пачки. И увлажнился на мелассе, разбавленной водой. Меласса чистая или с каким-то ароматом? Pineapple. Понятно, хорошо, удачи. Паш, я смотрю, что у тебя приконка светлая. Расскажи, какой состав? Каша и просто смешал с Realfish прикормкой. Realfish, только одну использовал, да? А добавление там гороха? Не, добавлял в кашу, доварил кориандр и соль, сахаром чисто, все так. Все понятно, такой интересный состав. Посмотрим, как он работает на этих местах. Все, удачи тебе. Спасибо. Так, ну я думаю, мы у него не будем спрашивать, на что клюет. Он уже свое отловил, да? Это, наверное, тот рыбак, который забирал больше нормы вылова. Да, вот смотрите, что происходит с рыбаками, которые нарушают нормы в рыбалке. Ставят сети. Да, и еще он, наверное, ставил сети здесь. Так, и наконец-то мы подошли к последнему участнику нашего коллектива. И смотрю, Виталик, у тебя приконка такая более темных цветов с добавлением гороха. Горох. И можно узнать, какой состав ее вообще? Это мегамикс, получается, шоколад, лещ, гейзер. Это все марки мегамикса. Ну, как вы сказали, горох, вареное пшено. А на крючке три опарыша. Вот коллеги добавляют еще какие-то там мелассы, на них замешиваются. Ничего не добавлял я такого. Я таким ничего не пользуюсь, я стародедовским методом. Угу, понятно. Ладно. Хорошо, посмотрим завтра, какой будет результат. Да, и какая приконка сработала лучше всех. Все? Хорошо. Удачи. Спасибо. Вот вы услышали, на какие приконки ловят наш такой маленький коллектив. Сейчас мы пойдем с... Закончим свою приконку и будем начинать ловить.
Класс. Они такие вкусные. Смотри, не заглотил еще. Так, за что ты его поймал? Интервью? Пять опарышей. Пять опарышей просто, да, и все? Да. Такого, конечно, пожарить вкусно. Ну и вкус тоже будет. Класс. Наверное, было очень приятно тащить. Да, бизон работал. Усы такие длинные. Красавчик. Капец. Я так понял, что-то что-то бьется. Стоит. Все, потом. Я люблю это место. Я пошел ловить самого. Я пошел. Спасибо. Супер. Да. Ты пока не съешь. Я думаю, что тебе уже можно скидываться. Да нет. Ты уже палатку поставил? Да. А мы палатку не ставили. А что? Ну, во-первых, мы всю ночь будем ловить. А во-вторых, у нас есть замечательный бальзам. Называется Herbal Park. А. 13 видов трав, натуральные соки и мед. Нормально. Лучше, чем палатка. Не, ну на самом деле этот бальзам любят многие рыбаки, охотники. То есть он уже достаточно популярный стал, как бы в этой сфере. Он согревает, конечно, очень классно. Я видел. Да, поэтому рекомендую. Сегодня дам попробовать. Очень классная штука. Ну действительно, вот если будешь ездить на рыбалке, ночные, там без палатки, то вот Herbal Park, вот то, что надо. Сегодня попробуем, почувствуешь, как это... Ну, если ты, конечно, не пойдешь в палатку спать. Ночь была холодной и не очень уловистой, но уже с самого утра нашему соседу Владу удалось поймать долгожданного карася. Thank you.
Вот рыбалка наша закончилась. Наловили мы, конечно, немного, но все ушли от нуля. Но сейчас, как мы уже говорили, подойдем к нашему победителю и взвешим его Big Fish. Ну что, давай достанем рыбу и посмотрим, давай, какой давай. Вес у твоего Big Fish. Big Fish это у нас был сом. А что был пойман? 5 опарышев. 5 опарышев. 5 опарышев. Да? Это пол 11 ночи или в 11. Воду дали. Чуть-чуть. 10 грамм не хватило до килограмма. 990 грамм, да? Ну поздравляем с победой. Спасибо. Даем тебе твой Big Fish. Надеюсь, у тебя получится с него вкусные котлетки. Ну что, будем уже собираться. Да домой, надо ехать домой. Ну да, уже 5 вечера, мы уже второй день на рыбалке. Немного отдохнуть и снова на рыбалку. Смотрите нас на нашем канале. Подписывайтесь на него. Ставьте лайки. Всем пока. Пока. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.